Компания «Мировой отдых» предлагает туры в интересные места нашей страны. К примеру, в Калининграде можно отдохнуть в гостевом доме «Стрелецкий». Гостевой дом «Стрелецкий» находится в центральном районе Калининграда. Это трехэтажный коттедж напротив парка. До исторического центра и кафедрального собора можно дойти за полчаса. На территории гостевого дома сад с беседкой. По утрам подают завтраки. Имеется автопарковка и бесплатный Wi-Fi. Персонал организует экскурсии. Для размещения гостей имеются двухместные номера с ванной комнатой. Из окон открывается вид на парк и малоэтажный район. В распоряжении туристов телевизор, холодильник и кондиционер.